вот хорошее видео, вторая серия. 20 июня 2023 год. Вот повесил им тарзанку. Вот такая тарзанка, забава. Чтобы они это катались на ней, как в цирке. Вот такая. У них вот леска, они с леской играются, мячик. Вот они, пятеро осталось. Одного вчера отдали в очень хорошие руки. В очень хорошие руки. Вот, а Муся наблюдает за ними. Кошка Муся наблюдает. Вот они. Вот они, классные, потешные. Вот они, играются. 9 утра, 20 июня. Вот они, игрули. Вот так. Давай, оп-оп-оп. Вот, все, молодцы, молодцы. Вон, кошечка тоже. Давай, 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 все в кучу. Давай. Ну-ка, давай, опа. Давай, давай, все, интересно. Вот так, одному раз, и все начинают играться. Молодцы, молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. А где еще? Кого не хватает? Кого-то не хватает. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так, где-то у меня еще катушки были. Где-то у меня были катушки. Сейчас катушки я вам еще дам. Будет прикольно. Все, сейчас будете как в цирке. Бам. Бам. Ну-ка. Как в цирке будете. Ну-ка. Давай, банда. Налетай. Ну-ка. Всем? Все, пятеро. Давай. Всем пятеро. Где-то еще одна катушка такая большая была. Вот это классное видео. Вот это классное видео. Вот это классное видео. Опа, классно. Классно Вова придумал. Вот так, новая забава. Ну-ка. О, все, все в куче. О, молодцы. Молодцы. Отдадим котят в хорошие руки. Вот он, классно. Они рождённые 28 апреля 2023 года. Ну, они не у нас рождённые, они там, эта история целая была на YouTube-канале Стороженко Владимир, более 130 видео про воссоединение, счастливое воссоединение семьи Муси, 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 очень умная кошечка, очень умная кошечка, очень умная кошечка, очень умная кошечка. Что, у вас все есть, криль есть, вон, смотри, криль есть, вон, планктон, супчика Ирина Борисовна с утра вам поставила, все есть у вас, водичка в доступе, все, павильон пропылесосил вчера, вон там все, они спят. Это у них ярусы, здесь они гоняют, здесь они за месяц натренировали мышцы, сейчас они гоняют по всему двору, в доступе все у них. Вот они классные, вот они классные, смотрите, какие они красивые. Вот этот красивый, вообще с ним три приключения было, то собака его утащила, из пасти забрали, отбили. Вот, то, что там еще с ним произошло, то соседи нехорошие руки украли, драться пришлось из-за него, в милицию заявление на Вову написали даже, дурачки, с Вовой связываться, чтобы под поезд попасть, вот так, он красивенький, потому что нельзя быть таким красивым, да, потому что нельзя быть таким красивым. Потому что нельзя быть красивой такой. Ну это котик, вот отдадим хорошие руки. Вот кошечка красивая, отдадим хорошие руки. Это фартика я себе оставлю, с него вся история началась. Его первого подкинули нам,
на кочегарку в гостиницу «Маяк». С пипетки кормил его трое суток. Да? Давай, давай, фартик на вот тебе. Вот. Это, короче, вот это кот, тот черный тоже кот, белый тоже кот, и вот кошечка одна осталась. Раз, два, три, четыре, пятеро осталось. Вчера в очень хорошие руки друзьям отдали. Тоже многоцветная коричневая кошечка. Ну все, чтобы видео было покороче. Вот так они играются, отдадим котят в хорошие руки. Больше видео на YouTube-канале Сороженко Владимир. Там я говорю про труд, про разные дополнительные доходы. Чтобы больше времени вот так проводить в семье, чтобы вот так заниматься хобби, родными, близкими, любимыми. Вот, чтобы много, несколько иметь достойных источников дохода. Я вот занимаюсь профессионально. Четвертый год, четвертое лето. Покосом больших территорий на профессиональном оборудовании. Два триммера у меня. Два штиля 250. Вот уже за месяц спилил более 500 соток травы. 449 соток на объекте Минобороны. Летний тренировочный полевой лагерь Суворовского училища и Суворовское училище. В летнем лагере 345 соток и в Суворовском училище 104 сотки. Ну и все это вахтенным способом за 22 суток. Жить и работать там. Ливень, не ливень, дождь, не дождь. В любые условия. А вот сейчас у меня выходных неделька. Вот. Дворик вот тут прибрал. Внук приезжает на днях с дочкой, с зятем любимыми. Вот, половики перестирал тут. Порядки немножко навел. Сегодня подбетонирую все. Все щели. Вот они. Вот. Денег заработали. Пока можно чуть-чуть отдохнуть. Домом заняться. Ну все, отдадим. Ну и сетевой маркетинг. Кстати, вот этот павильон сделан на кассу взаимопомощи Бифри. Первый платеж пришел, $150. Сейчас вот тоже человек регистрируется, еще придет $150. Это клубная система. Расширяем клубную систему и получаем деньги. Ну и касса взаимопомощи. Ну, если кому интересно, расскажу. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Телеграмом. Плюс 7-914-974-45-45. Вот забаву Вова придумал. Прикольное вообще. Ну и 26 лет сетевого маркетинга. Всегда на работе, всегда на Фоксе, всегда готов. Всегда готов. Всегда помог, помочь готов верным друзьям. Вот. Кого люблю, кого уважаю. Есть дар наставничества. Группа в лучшие времена была 980 человек. Компания Ламбре. Ламбре.ру. Парфюмерия с Франции. И косметика. Парфюмерия с Франции. Ламбре.ру. Здоровье пошатнулось. Познал тему за 7 лет. For Life Research, 4life.dv.ru, 4life.com, БАДы для компетентного иммунитета. Победили мы онкологию, победил вот аутоиммунные процессы. Вот руки не сжимаются, я делаю все, работаю физически. И с моря что-то ловим, и с речки, и с леса, и с тайги собираем, и огородничество. Научился спать мало, быстро восстанавливаться. Ну, Бог помогает. А я придумал, помогай Бог всегда, помогай Бог всегда. Ну, живем по совести от души. Были ошибки в жизни, но сейчас живем осознанно. Стараемся ошибок не делать. Но мимо зла не проходим, зло пресекаю я. Зло надо пресекать. Вот. Оказывается, наркоманы, закладка вообще в Уссурийске, оказывается, со страшной силой заполонила все. Заполонила закладчики наркотические, заполонила. Это какой мозг придумал это все? Это какой-то монстр, какой-то Змей Горыныч это все придумал, организовал. Вот бы посмотреть ему в глаза бы, злодею, заглянуть в его бы глаза бы. Змей Горынычи, кто организовал наркотический бизнес в Уссурийске. Ну все, помогай Бог. Вот такие котятки. Вот такие котятки.
Так что есть что защищать, есть что защищать, и есть навыки защищать. Добро с кулаками. Ты моя радость, а? Ты моя радость, ты мой такой красивенький. Вот тут они гоняют вот так. Гоняют уже везде, лазят вообще, сами себе препятствия устраивают, находят вот такие. Ну все, если по духу, давайте объединяться.